Вітаю в ефірі «Тема дня». В гостях у нас сьогодні лікар-терапевт вищої категорії та дієтолог Людмила Єрмошенко. Людмила, вітаю вас в нашій студії знову. Вітаю вас. І сьогодні можна говорити про те, що існує мода на здоровий спосіб життя, і це дійсно добре. Але завжди, коли з'являється мода, завжди около цього з'являється дуже багато якихось продуктів, які коштовні, які дуже модні. І з'являється питання, чи дійсно вони корисні. Саме так відбувається навколо продуктів харчування деяких, і зараз з'явилось таке поняття, як суперфуди. Тобто суперпродукти, які дають більше цінності, більше ефекту для цих цілей, які ставлять до себе люди, які ведуть здоровий спосіб життя. Що це таке, і дійсно виправдовуються ли очікування? Суперфуды, да, вот в переводе супер-еда. На самом деле это действительно продукты натурального происхождения, пищевые продукты, которые в большей степени, чем другие продукты, насыщены минералами, витаминами, микроэлементами, антиоксидантами, полезными жирами. И действительно споры возникают на этом фоне, чудо, да, или маркетинговая уловка, чудодейственны ли их свойства. Сперва развею какие-то надежды на мифы, какие-то надежды на чудо. Нет, это не чудо, не чудодейственные лекарства, не излечение от заболеваний, не чудодейственные средства. Тобто не існує. Но так как это абсолютно натуральные пищевые продукты, и они в большей степени на самом деле содержат минералов, витаминов, микроэлементов. Тобто користь в них все ж таки так необходимых вот этих веществ полезных нашему организму, они на самом деле полезны, и они могут быть внесены в рацион здорового нашего хорошего питания. Единственное, что мы должны помнить, есть как отечественные украинские суперфуды, так и заграничные суперфуды. То есть вот этим, можно сказать, сейчас популярным суперфудом есть аналоги нашей отечественной и довольно привычные в нашем рационе? Есть, конечно, есть. И если вот для, ну, для примера, что сейчас вот на пик популярности находится? На сегодняшний день вот на слуху, да, ягоды годжи, ягоды асаи. Наши украинские — это голубика, это шиповник, которые не менее насыщены витамином С, не менее насыщены витаминами, витаминами группы В, не менее насыщены полезными микроэлементами. Но даже для нас в некотором роде полезнее, потому что мы адаптированы к этим продуктам, и на них в наших организмах практически, да, на генетическом уровне, и на них практически не бывает аллергии. Дело в том, что даже если мы вносим какой-либо суперфуд в наше питание, это должно быть с осторожностью, мы должны протестировать себя, так как каждый из них имеет свой состав, да, который обуславливает его то или иное действие на организм, и мы должны в первую очередь протестировать, нет ли аллергии у нас на этот продукт, и во вторую очередь хотя бы прочитать свойства данного суперфуда и определить, наши организмы все индивидуальны, и определить, подходят ли эти свойства данного суперфуда для нашего организма? Не будет ли нашему организму этот тот или иной суперфуд противопоказан? Потому что, например, если мы возьмем ягоды годжи, они противопоказаны людям с высокой кислотностью желудочно-кишечного тракта. Если это сырые какао-бобы, они тонизируют, они укрепляют иммунную систему, но они достаточно сильно повышают артериальное давление, они противопоказаны гипертоникам. То есть и каждый из суперфудов обладает своими там совокупностью свойств, которые достаточно активны. Да, это не чудодейственные лекарственные средства, но их свойства достаточно активны, их нужно прочитать перед тем, как вносить в свой рацион. А вот щодо дії, тобто, наприклад, щодо ягод годжі чи асай, вони там обіцяють швидке схуднення, так? Чи зелений кофе також нещодавно це
було дуже популярним. Мені здається, також якихось такі, взагалі ці ефекти дійсно існують, чи це суто психологічний такий ефект плацебо? Дело в том, что очень-очень мягкий эффект воздействия на обменные процессы у этих продуктов есть, и он очень индивидуален. То есть у некоторых людей они могут не почувствовать никакого результата от суперфуда, некоторые могут почувствовать мягкий, легкий эффект того или иного, да, то есть воздействие. То есть это может быть улучшение иммунной системы, это может быть некоторое улучшение обменных процессов, но опять же на фоне нормального, хорошего, рационального, грамотного питания, потому что если у нас питание богато не только суперфудом, но и фастфудом, то результаты по обменным процессам не могут, ягоды не могут сделать своего эффекта. Но опять же, если мы возьмем ягоды асаи, да, то их действие в течение 6 часов после срыва этих ягод абсолютно прекращается, поэтому их очень быстро высушивают, их превращают в порошок, делают из них различные пасты, продают, и мы не можем быть уверены на все 100%, что действие этого суперфуда, такого столь дорогого, да, и ну, неприятного по ценовой политике, будет столь эффективным для нашего организма. Поэтому я все-таки рекомендую включать в наш рацион суперфуды украинского происхождения. Это семена льна, да, вместо семян чиа, но можно и включать семена чиа, но нужно тестировать, есть аллергия или нет. Это включать в шиповник, в рацион, включать семечки тыквы, да, мы можем делать салат с семечками тыквы, включать в рацион обязательно чеснок, да, если нет противопоказаний того же повышенного давления. Это взагалі дуже доступный суперфуд. Да, конечно, это очень доступный наш украинский любимый суперфуд. Включать ту же тыкву, которая сейчас по сезону, и на самом деле она тоже является суперфудом, потому что богата, достаточно богата каротиноидами, микроэлементами, витаминами. Навіть мені здається, щодо гарбуза, то є цілі якісь програми щодо очищення організму, що чи щось саме таке, да? Да, да, конечно. І вообще, если сделать выводы, то да, нужно обогащать свой рацион полезными вот такими, это же пищевые, это же натуральные продукты, они ну, как выращены самой природой, и разнообразить свой рацион с помощью них полезно. Але те, що модно назавжди, мені здається, тоді виправдовує ці очікування. Конечно, нужно внимательно следить за ценовой политикой и выбирать доступные средства, не выкладывать все деньги и думать, что этот суперфуд, если он уж столь дорогой, он сделает какое-то чудодейственное средство на ваш организм или излечит от какого-то заболевания. Этого не может быть, этого не будет. Зараз ще до раціону, там, як альтернативу звичним нам з лаків, пропоную також амарант чи кіноа, такі незвичні, але ну, багато людей пробують. Користуються цим, і ну, деяким воно доходить до раціону, чи дійсно воно виконує ці обіцянки, що це там суперфуд також, що дуже високий склад там білка, мало вуглеводів та інше. Ну, якщо вважати, що всі абсолютно злаки, особливо, які, скажімо так, злаки, которые крупного, да, вот крупное зерно имеют, они все очень полезны для нашего организма, да, и у нас иногда не всегда руки доходят до своих украинских злаков, да, до той же перловки, до той же ячки, кукурузы. Они являются очень полезными продуктами для нашего организма, очень. И очень странно, когда мы не едим свои злаковые культуры, которые выращены на нашей территории, которые очень полезны нашему организму, а переходим на заграничные культуры, которые дорогие на самом деле, это дорогой продукт. Мы можем разнообразить свой рацион с помощью этой злаковой культуры, но как каждодневное употребление ну, абсолютно не несет никакого... Ну и нерационально, мне кажется. Это нерационально, и это...
Зі всіх боків. Да. Ще одна також тема, яка прийшла саме з здорового способу життя, це тема спортивного питання, спортивного харчування. І тут також дуже багато продуктів, які обіцяють швидкий ефект схуднення, швидкий ефект нарощування м'язової маси. Як ви, як лікар, відноситесь до цих продуктів? Спортивное питание – это уже биологически активные добавки. То есть это добавки к питанию, которые разработаны для спортсменов профессионального уровня, для спортсменов-любителей, для людей, ведущих активный образ жизни. Да, на самом деле сейчас здоровый образ жизни в тренде, и многие интересуются и спортивным питанием, и что можно сказать, что спортивное питание как добавка к пищевому рациону, она может быть в нашем рационе. Как замена нашему рациону, нашему питанию, ее применять не рекомендуется, потому что тобто сама... Протеин, который мы получаем из спортивного харчування, он не идентичный тому, тому белку, который мы получаем там, из мяса или молочных продуктов. Дело в том, что целостный продукт, да, мясо, допустим, или молочный продукт, он кроме белка содержит углеводы, жиры, он содержит ряд витаминов, микроэлементов, он сбалансирован самой природой. Здесь же добавка, добавки, допустим, есть разные виды добавок, возьмем, если это будет протеиновый порошок, да, или порошок, смесь протеина и углеводов, да. Если это будет протеиновый порошок, то мы получаем только протеин, и это может расцениваться только как добавка к питанию у того человека, которого недостаточно в самом питании белка, необходимого для каких-либо целей. У спортсменов это, например, улучшение спортивных результатов, например, это повышение силы и выносливости, это служит для роста, укрепления мышц, да? Угу. То есть достаточно большее количество белка, оно несет вот такие положительные результаты. Звичайній людині, яка ось, ну, не ставить перед собою таких високих цілей, там, бежати марафон чи ще щось, чи є дійсно це потрібно? Дело в том, что нам всем, обычным людям, ведущим более-менее активный образ жизни, 1 грамма белка на килограмм нашего тела абсолютно достаточно. И если мы его потребляем в нашем рационе с пищевыми продуктами, то такие добавки, как белковые добавки, нам вносить не нужно, потому что лишний белок, он является нагрузкой для нашего организма, для нашего пищеварения, для нашей печени, для нашего желудочно-кишечного тракта. Он является нагрузкой для общей выделительной системы, даже для тех же обменных процессов. То есть если мы не занимаемся активно спортом, да, вот, допустим, спортсмену во время двухчасовой тренировки сжигает 20 грамм чистого белка, да, то есть ему уже минус, да, ему це потрібно на самом деле. И обычный человек, который достаточно, у которого достаточно хороший разнообразный рацион, у которого в рацион входит мяско, там, кролик, курочка, индейка, в рацион, в которого входит творог, входит бобовые продукты, да, и этот человек может высчитать, да, на самом деле, сколько, какой у меня вес, высчитать в каждом продукте количество белка, и если он получает приблизительно 1 грамм белка на килограмм своего тела, то он может не вносить такую добавку в свой рацион, потому что она уже будет нагрузочной, она не принесет ему того, для чего она вот в принципе и создана, и разработана учеными и диетологами для спортивного питания. А еще у спортивного харчування есть группа продуктов, яка обещает там прискорення обмену речовин, сжигание жиру. Як ви відноситесь до, як ви вважаєте, тобто це дійсно продукти, які виконують, роблять обіцяне?
это уже или биологически активные добавки достаточно сильного действия, или лекарственные вещества. Угу. Допустим, тобто, треба радитись з лікарем, якщо... Допустим, і не тільки ці продукти, да, і, ну, і спортивне питання, стоїть посоветуватися з врачом. По крайней мере, если мы хотим внести спортивное питание в свой рацион, мы должны сначала сперва сдать анализы, убедиться, что у нас все в порядке с сердцем, с почками, с внутренними органами, что у нас нормальный анализ, общий анализ крови, да, убедиться и вносить, да, желательно даже по рекомендациям врача, по рекомендациям диетолога, который может посоветовать, какие дозы высчитать вам правильно, чтобы вы на самом деле не причинили урон организму. Це добре, коли тренер говорить, що це класна речовина, так, але все ж таки треба радитися з лікарем. Тренер не завжди знає, який у вас раціон, скільки разів в день ви їдите, як заміна білкові продукти, добавки, як заміна питанню, вони дуже опасні, тому що вони не є повноцінним питанням. Тому заміняти ними питання крайне опасно і приводить до хронічних захворювань. Але когда, если мы уже принимаем спортивное питание, то есть мы здоровы, принимаем спортивное питание, в течение месяца-два тоже хотелось бы посмотреть анализы такого человека и увидеть, что нету вреда, что нету, не наносим урону здоровью, потому что лучше предупредить, чем потом что-то, да, иметь какую-то неприятность со здоровьем. Ну, отже, дякую. А ось тема, мені здається, біологічно активних добавок, якихось так зараз дуже багато, і вони дуже популярні. Мені здається, ми залишимо на нашу наступну зустріч. Дякую, що прийшли до нас, до студії. Дуже дякую. Нагадаю, що в гостях у нас сьогодні була лікар-терапевт вищої категорії, дієтолог Людмила Ярмошенко.